Дальневосточные хоккеисты спустя два года после трагической гибели экс-нападающего «Амура» Дмитрия Учайкина посвятили другу и товарищу турнир «Мемориал». О воспоминаниях, связанных с хабаровским спортсменом, и последней игре 17-го номера расскажет Анна Ситникова. Дмитрий Учайкин. Это имя объединяет игроков всех восьми команд, которые вышли в межсезонье на лед. Для многих хоккеистов из Хабаровской еврейской автономии он был другом и просто хорошим знакомым. Турнир в памяти Дмитрия Учайкина очень важен, потому что многие игроки его здесь знали, многие с ним играли. По детско-юношеской спортивной школе он приходил, помогал детям. То есть человек был очень позитивный, хороший, отзывчивый. Это последняя игра воспитанника Хабаровской школы хоккея Дмитрия Учайкина. 7 марта 2013 года в рамках чемпионата Казахстана Павлодарский Иртыш, в котором Учайкин провел последние три сезона в карьере, принимал в гостях Арыстан из Темиртау. На этих кадрах тот самый злосчастный силовой прием, после которого 17-й номер, отыграв еще несколько смен, уехал домой, где той же ночью умер. Но память о нем жива. Эта идея была уже давно от друзей, прежде всего от Димы, ну, от любительских команд, от ребят, кто его знал. Решили провести этот турнир вот именно в летний период. Из-за этого вот так вот. Когда обговорили, задавали вопросы, прежде всего согласовывали с родителями, супругой Дмитрия, они дали согласие. Родственники Дмитрия посетили и сам турнир. На финальных матчах присутствовали родители Учайкина, жена с дочкой и брат с семьей. Мы очень рады и признательны, скажем так, организаторам этого турнира, которые назвали этот турнир в межсезонье для любителей в памяти моего брата, сына, отца, мужа. Почтить память пришли и те, кто бок о бок защищал цвета «Амура». Именно в хабаровской команде нападающий провел большую часть своей карьеры с 1998 по 2009 год. Всегда был за команду, всегда ставил во главе угла команду, чем свое эго. Ну, о Диме только, можно сказать, только положительные эмоции, только положительные, с положительной стороны, конечно, не хватает его. В Павлодаре также проводится турнир памяти Дмитрия Учайкина среди детей. Он стал традиционным и даже международным. Хабаровские организаторы тоже намерены, помимо взрослых, привлечь к этим соревнованиям детей и сделать их традиционными. Анна Ситникова, Александр Ландарь, «Вести Спорт».